Всем привет! У нас в продаже появился отличный автомобиль Opel Astra 2011 года выпуска, эксплуатация с 12-го, в кузове хэтчбэк, 5 дверей, в отличном техническом состоянии, родной пробег составляет 206 тысяч. По кузову практически вся в родне, есть на трех элементах косметический окрас, на оригинальных литых дисках. Давайте заглянем в салон. Салон у нас чисто, опрятно ухоженный. Сиденья комбинированные, кожа с тканью. Также в салоне есть эво-коврики. И салон также в отличном состоянии. В комплектации Космос с подсветочкой. В нее у нас входят все 4 электростеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал, также электроскладывание зеркал. Здесь у нас находится блок управления светом. Мультируль для управления мультимедией. Также круиз-контроль. Штатная мультимедиа. Центральный замок. Функция отключения стабилизации, также есть задние парктроники, обогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, также есть обогрев руля, обогрев заднего стекла, механическая пятиступенчатая коробка передач, три подстаканника, центральный кожаный подлокотник. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не горит, работает отлично, пробег составляет 206 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу Азина, 83, автосалон столица. Всех ждем. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.